позиция главы, позиция администрации, она однозначна. Тот, кто не хочет жить в чистом городе и не хочет выходить на субботник, он на него не выходит. И принуждать никто никого не будет, и никто не будет потом за это страдать, если он не выйдет. Поэтому здесь акцент сделан именно на добровольности, я еще раз подчеркиваю это. И Михаил Александрович ставит именно эту задачу, максимально информировать и максимально привлечь, но в добровольном виде, соответствующих людей на уборку территории. Хорошо, спасибо большое. Вот, я, честно говоря, надеюсь и искренне вообще в это верю. И я в этих субботниках и в детстве принимал участие, и принимал я это на добровольных началах. И многие у нас еще помнят там коммунистические времена, когда также люди принимали участие в этом. Тут речь идет о том, что на территории города Саратова очень много людей и предприятий, совершенно неравнодушных к состоянию города Саратова, его благоустройству, с учетом того, что он является областным центром. И расчет сделан именно на это. Я тут ответить не могу, потому что ни ко мне, ни к Михаилу Александровичу соответствующие обращения не поступали. Я вас уверяю, что если эти обращения поступят, то мы по ним очень тщательно разберемся.